14 февраля город отметил не только День влюбленных, но и влюбленных в книги. В Международный день дарения книг библиотеки Северодвинска призывали отдать их детям, прививая тем самым любовь к чтению. Насчитала 9 книжек. Ну давайте 9 раз хлопнем. Книжная гавань стала одной из 10 библиотек, которые присоединились к акции. В ней поучаствовали 220 северодвинцев. Книги несли самые разные. И зачитанные любимые, и новые, которых в библиотеке нет. Шли и классами, и организациями, и в одиночку. Среди них руководитель управляющей компании МУП ЖКХ Ольга Варзунова. Она подарила библиотеке подписку на 2 детских журнала. Один из фитнес-клубов принес целый ящик книг. Всего же горожане собрали 587 книг. Спасибо большое тем читателям, которые принесли необходимые фонду книги, книги Черской, книги, любимые книги детьми Кати Матюшкиной. Спасибо за книги Крюковой. Посмотрите, какое обилие книг нужных, необходимых и просто желанных нашим горожанам. Спасибо большое всем, кто принял участие в параде книг. И читателей мы приглашаем в библиотеку в нашу познакомиться с новыми книгами. И хоть сегодня вы можете прийти, помимо того, чтобы посмотреть, полистать и взять домой то, что вам понравится. А всем северодвинцам, которые приняли участие в этом замечательном празднике, спасибо большое. На параде книг от читателя к читателю дети и взрослые смогли не только передать книги в дар библиотеке, но и прочитали стихи, спели и послушали песни. Каждый даритель получил сертификат участника акции. Северодвинские библиотеки присоединились к международной акции во второй раз.